вот как американцы проверяют безотказность нашего автомата Калашникова. Посмотрите, его сначала хорошенько измазали в глине и даже залили грязью, после чего попытались выстрелить. К удивлению американцев оказалось, что автомат работает, как ни в чем не бывало. Русское оружие не подвело. You ready? All right, go for it. One shot. Failure to extract. Failure to feed second round. Still a case in there, I see. Yep. Русское оружие не подвело.